В минувшие выходные в Каспийске на территории Анжи-арены стартовало открытие турнира по мини-футболу среди команд города. Спортивное мероприятие приурочено к 76-летию Каспийска. Организатором является строительная компания «Стандарт Риэлти» при поддержке администрации муниципалитета. Поддержать игроков пришел легенда дагестанского футбола Шамиль Лахиялов. Он пожелал присутствующим удачи и сказал напутственные слова. Стоит отметить, что участие в турнире принимают каспийчане самых разных возрастов – от 16 лет и старше. Соревнования будут проходить до конца сентября. Общий призовой фонд составляет 200 тысяч рублей.